Друзья, всем привет! Сейчас вот отец пришел ко мне в гости, мы сидим тут, короче, чаек пьем, вот у батя такой чаек, вот. Калина. Варенье из калины, бутылку пепсиколы мы уже выпили, тут у нас салтисон был, вот. Ну, сидим просто, короче, болтаем, вот. На Новый год у нас не получилось вместе с батей посидеть, потому что батя на смене был, он дежурил. Вот, ну и сейчас пришел. Ну, возможно, может, Рождество вместе встретим, да, там? Ну, а в церковь пойдем на эту? Ну, пойдем. На службу. Не, 8-го на работу, а 7-го нормально. А подожди, а это уже завтра надо, наверное. Да. На службу. Да, 6-го на 7-го. 6-го на 7-го. Завтра, да. Уже завтра. Калядовать можно же. Да. Ну, завтра можно сходить. Ну, да. Потому что я 8-го. Ну вот в эту, только в большую церковь, которая на заливе, да? Ну да, можно. Вот Серафима Саровского. Да, 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 да. Можно туда, да. Вот, сходить туда. Это у тебя какой? Xiaomi? Да. Xiaomi или как он? Xiaomi, да. Вот, а это... А какой номер его? 9-й. 9-й? Да. Xiaomi 9. Redmi 9. Вот Аня же потеряла, положила или и забыла, или детвора у нее утащила. Samsung A51. Ну, нормальный это телефон. Samsung. Ну, а какой у нее? Старый был телефон или новый? Новый, A51. Так это она новый купила и новый украли? Да, уже? Да, да. Охренеть. А за сколько она купила его? А я даже, если честно, и не знаю. Ничего себе. Я думал, у нее старый украли телефон. Нет, и она из-за этого и переживает. Наверное, это дело. Я ей, правда, звонил, говорю, что ты, блин, из-за какого-то телефона будешь, ну, расстраиваться. Думаю, куплю ей, там, есть у меня $300, думаю, куплю ей хороший телефон. Ну, понятно. В общем, вот так. Ну, купи вон к Xiaomi, за 15 тысяч можно купить. Нормально, хороший телефон. Я там в интернете выбрал этот Note 9 Samsung. Или такой же, только это, вот такой, как твой называется. Он вообще правильно называется не Xiaomi, а Xiaomi. Xiaomi, да. Вот, ну, кто говорит Xiaomi, кто Xiaomi. Ну, по-разному. Все по-разному. Ну, я, ну, жаль, ну, это 100% я уверен, кто это, кто утянул этот телефон. Это Олин муж. Ну, а кто? Даже тут сомнений никаких нет, потому что я знаю, кто он такой. У него и отмычки всякие есть. Да. Замки вскрывает, чмошник. Да. И поменял же ей замок только. Ну а что они эти вот, что они эти замки легко открываются? Тем более у него есть эти отмычки. Да. Вот так. Выпить надо. Еще на эти дела другие. Все. Да, он такой ненадежный человек. Ну, да что? И Оля тоже. Ну и Оля, да. Ну так они сейчас это, в загуле, да? Новогодние праздники отмечают. А я даже не знаю, я даже и не звонил. Думаю, да, это позвоню сейчас, вот эти крики. Я тебе расстраиваться думаю, да, ну. Я вообще не могу это наблюдать, когда ей плохо, вот это все дело. Ну как, жалко все равно, поэтому лучше не видишь и не знаешь, как-то легче переносится. Ну ясно, ну вот глупо очень с ее стороны, что она не понимает, что в один прекрасный момент она может просто не отойти. Вот и все, она думает, что она всегда будет отходить, и что потом ей полегчает, но может такой момент настать, что она может не отойти. Гриша понимает, она и это, она просто не может удержаться, вот что. Вот как эту сигарету,
Как чуть-чуть заволновало, сразу эту сигарету. Ну вот так. То же самое и эту водочку. Не, ну тут надо же приоритеты ставить. Что для нее удовольствие дороже жизни самой. Гриш, тяга выше всяких приоритетов и всякого ума. Но не выше жизни же. Вот, жизнь это самое дорогое, что у человека есть. Это у разумного человека. Кто попал в такие вещи уже в зависимость, для него самое главное нажраться. И уснуть. Это, понимаешь, это уже все человек вот так настолько деградирует, что он уже эти привычки выше всего для него. Понимаешь? Ну что такое для наркомана философия о жизни, чтобы дольше прожить, там, или семью, или детей, или все прочее. Для него это все пустой звук. Для него доза. Она выше всего, превыше всего. Ну да. Поэтому. Ну сейчас она тебе опять позвонит, что же ей сейчас опять будет плохо. Да лучше бы не звонила, что ей плохо, лучше. Сейчас опять миленький, родненький, спасай. Как обычно. Когда ей хорошо, она тебе не звонит. Она тебе звонит, когда ей плохо. Она не звонит, когда в этом ауте, а потом уже начинает звонить. Ну, когда ей плохо становится. Тогда она уже звонит. Вот именно. А когда она в ауте, она не звонит. Ну и звонит, когда она на нейтральной полосе. Не в ауте, ничего. Просто. Ну, понятно. А когда она гуляет, она уже не звонит. Она уже забыла, что на свете. У нее уже другие интересы, да? Другие интересы. Оля, сигарета, нога за ногу, 50 грамм. Рассуждение, кто как погулял. О бурной молодости, да? Ну, как они. Одна сигарета и другая сигарета. И только на балконе бегают. С этими сигаретами. Так они что-то рассказывают друг другу. Так они что-то. Ну прямо. Такие увлеченные, да? Да. Такие. Ну, прям масштабные какие-то. Масштабное мышление, да? Анекдот прочел. Спрашивает Рубинштейна. А сколько тебе лет? Он говорит, 76. А почему 76? Говорят, что 77. А я не жил тот год. А как так не жил? Ой, чтоб ты жил такой год, как я прошу. Разве то жил? То есть, если он плохо прожил, это уже он его не прожил год. Ему не 77, а 76. Он уже то не считает, да? Да, какая это жизнь? Чтоб ты так жил. Ну, ясно. Так, а ты посмотри, ты завтра в Лукашовку поедешь, а тогда вечером приедешь, да? И вечером. А я не вечером приеду, я с утра поеду, я часа через два уже приеду. Мне там все готово, мне только налить и обратно закрыть. И все, мне там делать нечего. Даже снег не буду чистить, потому что видишь, тает. Короче, это, ну, а ночью тогда пойдем, да? Да. Часиков в 10, да, в 9:30. Ну, и машины посмотрю там, что. Ну, чтобы посмотреть же надо, тоже проверить все. А может, курам воды налили. Ну, понятно. Ну, смотри, уже, получается, до весны осталось 2 месяца. Сегодня уже 5 число, 5 января, уже даже меньше 2 месяцев. Да. Сейчас туда-сюда, сейчас Рождество, потом Старый Новый год. А там уже 1,5 месяца до весны. Я уже сорта винограда заказал на апрель месяц. Да? Да, уже должны выслать. А откуда тебе вышли? А я в интернете заказал. Не, ну я имею в виду откуда? Из другой страны или из... С Ростова. А, с Ростова, да? Ну я заказал в Ростове и в Краснодаре. Еще хочу в Молдавии заказать. Так может мы в Молдавию сами поедем и привезешь? Они пропускают саженцами. Не пропускают, да? Не. Ого. Ни саженцы деревьев, ни... Ничего себе. Будут тебя еще кружить. А они так по почте высылают. Ну, понятно. Ну, ладно, друзья. Спасибо вам за то, что видео это посмотрели. Мы будем с отцом дальше сидеть, тут общаться. Сейчас я себе тоже чайку налью вот с Калиной.
поем с вареньем таким. Вот она же помогает против вируса этого. Да. А вам спасибо за просмотр и удачи. Ну и твоя коронная. Все, друзья, всем пока. С Рождеством.